Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Алексей. Я сейчас поговорю с вами о том, что происходит на финансовых рынках, в среднесрочной перспективе, ну и для внутридневной торговли, есть ли какие-то возможности, есть ли какие-то варианты. И обсудим, что можно сегодня сделать из торговли и что нас ждет на самое ближайшее время. Хорошо ли меня видно, хорошо ли меня слышно? Пожалуйста, поставьте плюсы, если все в порядке с видео и со звуком, для того, чтобы я смог начать и перейти уже к самой непосредственно, к самому анализу. Здравствуйте, я вижу. А, вот, появился плюс. Спасибо. Рустем, вы молодец. Вот. Переключаюсь тогда на саму трансляцию. Давайте посмотрим, что произошло за вчерашний и позавчерашний день. Мы увидели ослабление, мощнейшее ослабление американского доллара по всем фронтам. По всей видимости, это ожидание плохих данных по рынку труда. Еще там некоторые плохие данные вышли. И кроме того, руководитель одного из банков Федерального резерва, Нью-Йоркского, Уильям Дадли, намекнул на то, что сейчас многие проблемы, связанные с Соединенными Штатами, они происходят из-за того, что очень высокая стоимость американского доллара. Ну и такие, в общем-то, это руководитель банка Нью-Йорка, он достаточно имеет большой вес в финансовом сообществе, и он просто так заявлений каких-то не делает. И даже несмотря на то, что это не руководитель Федрезерва, такое заявление сделал, но как одним из вариантов такого ослабления доллара считается вот это заявление. Ну и кроме того, просачиваются, видимо, данные по рынку труда США о том, какие сегодня выйдут, что они будут не очень хорошие, ну и как бы в рынке, учитывая это, погнали американский доллар вниз. В связи с этим очень сильно выросли основные валюты по отношению к доллару. И вот как бы просто, начиная с позавчерашнего дня, был просто огромный такой выстрел, который, честно говоря, мало вяжется с той информацией, которая, в общем-то, поступила на рынок. То есть, по всей видимости, мы здесь чего-то не знаем. Потому что обычно такая информация, она, ну, как бы дает движение, но не до такой же степени. И с чем было связано такое вот агрессивное движение? Ну, скорее всего, это было связано, как я вчера уже говорил, с тем, что стали закрывать. Очень многие люди, очень многие инвесторы вообще в мире стояли за американский доллар и стояли в длинных позициях, в лонгах по доллару. Вот. И когда пошла первая волна отката, пошла первая волна распродаж доллара, по всей видимости, стали срабатывать стоп-приказы у людей. И вот просто массированное закрытие стоп-приказов по длинным позициям привело вот к этому мощнейшему просто ценовому выбросу против американского доллара. Ну и вчерашний день уже в основном был связан с тем, что просто люди хотели проучаствовать, скажем, в остатках вот этого движения, такого психозного, которое было. Ну, сейчас видно, что, тем не менее, позиции свои люди, те, кто вчера заходил, не закрывают, потому что данные еще по рынку труда США выйдут только через 3 часа. И остатки движения, по всей видимости, еще продолжение ослабления доллара сегодня последует. Это, конечно, мои предположения, я не буду под ними подписываться, но тем не менее, как бы из графиков, я сейчас покажу техническую картину, в общем-то это видно. Итак, еврофранк, что видно по еврофранку? Вот в крупном дневном формате, давайте посмотрим, вот сначала в месячном формате, здесь опоры никакой у еврофранка нет, и поэтому возможно продолжение роста евро против франка, но хотя бы до уровня 1.13. Потому что вот этот вот уровень хотя бы связан с тем, что здесь были цены закрытия месячного формата. Ну, в какой мере, конечно, этот уровень важный, сейчас сказать нельзя, потому что
важность уровней можно, скажем, оценивать только по взаимодействию с ними самой цены, но сейчас пока этого взаимодействия и нет еще. Здесь еще был ценовой разрыв, вот на неделях это видно, в которой сейчас, по сути, цена... Вот, вот ценовой разрыв, сейчас я покажу вам. Вот так, господи, куда же ты я? Вот, видите, вот ценовой разрыв был. И если ценовой разрыв, этот уровень продлить в будущее, давайте попробуем. Тут мы увидим, что как раз... То есть, ну, как бы, надо стараться найти причину все-таки. Стараться найти причину всех этих вот движений. Вот. И какие-либо поводы для того, чтобы, скажем, пытаться понять, а что же может появиться разворотным моментом. Вот серая линия. Дневной формат. Мы видим, что как раз вот в этой, внутри вот этой зоны цена начинает задерживаться. И видите, движение, вот уже даже в дневном формате видно, что вот как бы, если по волновому анализу смотреть, смотрите, вот как бы была первая волна, вторая волна, вот это была третья волна, в которой, смотрите, вот была дивергенция. Вот, вот дивергенция была в третьей волне. Потом вот эта затяжная четвертая волна, и сейчас вот как бы пятая волна, которая достала вот до вероятного уровня вот этого. И сейчас может наступить разворот. Потому что иных никаких опор здесь просто нет. Ну, может быть разворот, может быть хотя бы коррекция, но какая-то здесь, какой-то откат здесь вполне возможен. Вот. Так что давайте наблюдать, давайте смотреть, что здесь происходит. Это в дневном формате. В четырехчасовом видно, что... Тоже наблюдается дивергенция. Вот эта дивергенция, она совершенно отчетливая между вот вершинками. Но она отчетливая-то она отчетливая, и уже начинает, видно, что цена начинает замедлять свой ход наверх. И текущее движение вниз, вот часовое, оно, конечно, уже больше напоминает движение импульсное. Но... Можно об этом хоть как-то сказать после, только лишь после пробития вот этого принципиального уровня. Вот. Это уровень 1.1060. Потому что иначе... 1.1055, извиняюсь. 1.1055. Потому что вот эта точка как раз предшествовала вот этой вершине, которую пробил предыдущий уровень. До этого говорить о развороте пока, я думаю, что не стоит. Но вот этот уровень является для цены принципиальным, я так думаю. Кроме того, здесь есть линии поддержки, на которые цена просто тоже может остановиться и совершить, например, вот первая, например, смотрите, первая волна вниз пошла, она может дойти запросто до вот этого значения, до 1.1055, протестировать его и только после этого уйти в коррекцию и, может быть, уже как бы пойти в разворот. Может пойти в разворот, но опять же здесь уровень очень крупный, уровень, честно говоря, такой смазанный, и как будет происходить разворот, не будет происходить разворот, пока сказать здесь, пока я не могу сказать. У движения более мелкого даже, смотрите, у часового, как таковой структуры здесь нет, видно только, что движение пошло более похоже на импульсное, но даже, смотрите, самый первый вот уровень предыдущий, видите, еще пока не пробит. Поэтому здесь прогнозов каких-то по евро-франку я пока делать не буду, учитывая вот текущую ситуацию. Ну, возможно, вот доход вот до этого уровня 1.1055, и дальше уже он может пойти в коррекцию. Но по какой траектории? Видно, что сейчас, в общем-то, динамика высокая, поэтому в сегодняшнем дне, ну, скорее всего, он будет еще двигаться сюда, вниз. Но как бы здесь без прогноза. Потому что здесь на самом деле, ну, ничего другого нет. Евро-доллар. Вчерашний и позавчерашний день привел к мощнейшему восходящему движению, которое бывает, такие движения бывают редко. Их как бы вне такой как бы суперважной информации. И что я здесь сейчас вижу? Возможно, вот есть два принципиальных уровня, которые могут цену задержать. Это уровень 1.1286. 1.1286. Его можно отметить, можно не отмечать, можете себе записать. Ну, давайте отметим, бог с ним. Потому что я не люблю эти уровни, они просто картинку все закрывают.
1.12.92, бог с ним. И уровень 1.14.60. Вот это уровень предыдущих, вот цена никак не могла через него пройти в недельном формате. Ну и в месячном, собственно говоря, тоже. Вот эти два уровня, вот это та самая... Давайте я лучше, знаете, как сделаю, чтобы эти цифры тут не были, не болтались. Я вот так вот, просто такую зону закрашу. Просто покажу, что есть вот эта зона, собственно, и все. В которой цена может затормозиться. До нее она немного не дошла, но вот давайте пересмотреть в более мелких форматах. В дневном формате мы видим нарастающее движение. Мы видим, что сейчас идет третья волна от вот этой коррекции. То есть, если считать, что вот это первая волна, вот это вторая волна, вот это первая в третьей, вторая в третьей, третья в третьей. Сейчас, может быть, сегодня, может быть, еще какая-то вот будет четвертая волна сегодня, возможно. Дальше, возможно, пятая волна. Потом, может быть, более такая значительная коррекция будет, более ощутимая. И где-то до марта, скорее всего, цена окажется где-то в этой примерно зоне. А вот уже в марте есть вероятность, что ФРС все-таки ставку поднимет еще, или что-нибудь случится где-нибудь еще, и тогда уже может быть движение вот такое вот вниз. Ну, то есть вот примерно где-то вот так вот. Я вижу дальнейшее развитие событий в целом. Как оно будет происходить, как бы сейчас нам не скажет никто. Тут и заседание ОПЕК вроде как предполагается на февраль, но там пока еще тоже вилами на воде. Но вот такая вот картинка примерно у меня вырисовывается. Вот. Сейчас что можно ждать? Вот в сегодняшнем дне, вот по крайней мере это видно хорошо в часе. Вот смотрите. Цена очень мощно поднялась вверх, откат как бы напрашивается. Но мы видим, что до сих пор никакого разговора об импульсном каком-то движении вниз, о том, что кто-то закрывать будет позиции, пока еще открытые против американского доллара. Даже, видите, и речи никакой нет. То есть просто вот чисто ожидание вот этих данных. И смотрите, есть дивергенция, но дивергенция в третьей волне, да? И сейчас, может быть, ну, максимум, я думаю, может быть коррекция до уровня 1.11.45, вот до этого уровня. И после этого я жду сегодня еще восходящего движения, вот может быть к 1.12.87. То есть пунктов на 100 еще цена может вырасти на данных. И тогда уже, смотрите, здесь вот будет уже, видите, одна дивергенция прошла, будет дивергенция более такая глубокая, с более глубоким вот этим заходом. Вот какая-нибудь такая вот. А цена куда-нибудь уйдет вот сюда вверх. И уже отсюда, возможно, более какая-то глубокая коррекция пойдет. Потому что вот такие штуки, они работают довольно-таки хорошо. Поэтому сейчас пока, учитывая отсутствующую динамику нисходящую, уже как бы всю ночь, никто не собирается свои позиции закрывать. Ну там, может быть, мелочь какая-то закрывает. А вот крупняк не закрывает, это говорит о том, что несмотря на то, что общее вот это движение было на сравнительно, может быть, небольших объемах, по крайней мере, так пишут, но я жду еще некоторого роста в данной паре. Тем более на ускоряющемся, вот как я говорил, рынке ждать разворота, как правило, не приходится. Вот таким вот образом. Это что касается евро-доллара. Доллар-франк. Вот помните, я вчера рисовал канал, который цена жалась как раз к нижней границе канала. Было мощное движение. Вот видите, оно полностью закрылось на цели. Что теперь ждать? Ну, примерно того же самого, что от евро-доллара, я так думаю. Ничего здесь другого просто нет в данном движении. Как-то все это в виде такого канала вот отобразить я, наверное, не буду, потому что, как сказать, движение мощное, но это уже более крупный такой вот формат, более крупный уровень. В целом, конечно, я вижу, что движение к 1.04.20 возможно, потому что ничто пока не отменило данного треугольника. Но текущая мощная динамика не подразумевает, что будет какой-то разворот сейчас и, скорее всего, будет достигнут вот уровень
0,9780. Это как минимум. Это как минимум. А может быть, ну где-то уровень 0,9817. В общем, где-то в районе 0,98. Давайте это значение поставлю. Вот так, где-то в районе 0,98. Думаю, стоит ждать цену. Вот где-то здесь. В ближайшее самое время, потому что, видите, динамика очень сильная и ничто не говорит о развороте. То есть сейчас все сигналы, которые можно принимать, только сигналы на продолжение. Опять же, как на евро-долларе, смотрите, здесь уже, в отличие от евро-доллара, который еще не сформировал никаких дивергенций, доллар-франк уже, видите, начинает формировать дивергенцию. Но движение тоже еще не развернулось. У нас есть как минимум трендовая линия. Вот эта трендовая линия. Причем, обратите внимание, она очень четкая, трендовая линия. Не раньше, чем пробитие этой трендовой линии и формирование дивергенции, можно ждать здесь какого-то отката или разворота. Динамика сильная. То есть пока только вниз. Можно торговать только вниз пока. Несмотря на то, что пытается образоваться дивергенция. Но опять же, здесь смотрите, здесь есть уровни. Вот. Здесь есть уровни. Вот опять же уровень 0,9919. И вот тоже такой уровень, который цена достаточно долго прыгала на нем, 0,9850. Вот может быть к 0,9850 цена и придет. Давайте его отмечу, этот уровень. 0,9850. Ну, 49, бог с ним. Вот. То есть вот сюда цена вполне может прийти. Или 0,98 ровно. Вот куда-то вот в эту зону целевую. Я все-таки вижу, что, скорее всего, движение продолжится. Британский фунт. Он отработал цели по треугольнику с одной стороны, достал до уровня 50% коррекции с другой стороны. Но вот смотрите, вот это вот в часе, видите, движение, не имеющее отчетливой структуры, вниз, опять же говорит о том, что движение вверх еще не завершено, скорее всего. И, скорее всего, движение вверх еще продолжится, так же, как и, в общем, по евро-доллару. Куда это будет движение? Ну, с одной стороны, возможно, что просто он, фунт, еще раз повторит уровень 50%, 1,4659. Но есть вероятность, что ну, максимум до уровня 1,48 дойти может. Но это как бы уже в перспективе. Это менее вероятно, но этого, скорее всего, он где-то будет вот примерно в районе вот этих вот уровней, здесь вот находиться, вот в этой зоне. Между 1,4522 и 1,4659. Примерно где-то так. Потому что здесь никаких поводов, казалось бы, ни для роста, ни для падения здесь, попросту говоря, нет. Цели отработаны. Ну, кстати, вот смотрите, здесь есть и уровни предыдущие. То есть, в принципе, есть факторы, которые цену здесь задерживают. И я не думаю, что она куда-то может пойти. Ну, как бы теоретически, говорю, может пойти к 1,48, потому что здесь вот еще есть уровни. Вот целый комплекс уровней здесь есть. Вот. Вот как раз 1,48. И вот это как раз уровень Фибоначчи 61,8. Может она туда пойти. Но вот пока что рассматриваем возможность разворота 1,4660. И сейчас в сегодняшнем дне может быть просто повторение данного уровня. Ну, а если этот уровень будет все-таки пробит в 4-часовом формате, то я так думаю, что цена направится к уровню 1,48. Вот сюда, к 61,8 по Фибоначчи. И уже отсюда нужно будет искать возможность разворота. Так, дальше. Доллар, японская иена. Ну, собственно говоря, так же, как и все остальные пары, динамика остается мощной, динамика сильная. Вот, но здесь есть уровень поддержки 116.07, и тоже, как в британском фунте, я не думаю, что куда-то прям за этот уровень сильно цена заскочит.
Просто, ну, вот такие вот сильные движения могут привести сейчас к какому-то откату и просто застреванию цены вот в этом диапазоне. Поэтому особенной динамики какой-то в плане продолжения или в плане разворота пока я здесь не жду. Скорее всего, будет застревание доллара и иены. Кроме того, я говорил, что пока политика японского банка предположительная, да, и политика Федерального резерва, они в какой-то мере сейчас идут в ногу. И из-за этого ждать каких-то перспектив от данной пары я бы не стал. Австралийский доллар к американскому. Интересно то, что как вот эти все я убираю каналы вчерашние, которые оказались сломанными, да? Что сейчас интересно и знаменательно? То, что цена, обратите внимание, выйдя из границ треугольника, а здесь треугольник, кстати говоря, отчетливый, здесь без треугольник как бы без особых всяких но, немножко недоработав профит 0,6771, просто произошло пробитие с недоработкой, потом откат к линии, которая была пробита, то есть к линии поддержки, которая сейчас стала сопротивлением. И вот здесь, возможно, сейчас цена опять же в каком-то в моменте застрянет где-то здесь. То есть уже, в общем-то, цели выполнены. Просто динамика слишком высокая, против нее тоже вряд ли цена пойдет. И вот после, думаю, какого-то такого застревания некоторого, цена может еще чуть-чуть повыше, ну, совсем децл поднимется. И уже после этого ждать какого-то разворота вниз. Потому что, в общем, тут все структура волновая, она есть, но тоже смотрите, волновая структура. Если считать, что вот это была третья вся волна, вот это вот, то еще нужна какая-то вот такая затяжная четвертая и еще последняя пятая. Ну, это как бы предположительно, если по волнам смотреть. И уже после этого может быть какой-то разворот. Но, кстати, даже вот это значение ценовое, которое будет, оно нисколько не противоречит вот этому треугольнику недельному, который здесь есть. Вот. То есть здесь, в принципе, все, ну, как бы даже максимум, докуда может откорректироваться, 0,7325. То есть вот до этой вершинки. Так, Марина пишет, как получилась остановка роста евро-доллар точно у верхней границы канала на H1. Наклонную линию. Все видят крупные игроки. Ну, просто, понимаете, крупные игроки, я думаю, что ориентируются немножко на другие вещи, нежели чем мы здесь. Потому что у них там есть цены, сроки и прочее, прочее. Они вообще немножко по-другому даже, так сказать, свои позиции открывают. Те объемы, которыми люди работают, их нельзя как бы реализовать за одну сделку. Поэтому они вынуждены эти объемы разбивать во времени и как бы открывать от разных уровней. Просто эти люди смотрят в целом на поведение цены, видят какие-то уровни и, естественно, считывают фундаментальную информацию. И уже, как говорится, в большей степени вот эти технические факторы их осуществляют не самые крупные, а, скажем так, средние игроки. Да, они их учитывают, да, они их видят, конечно же. Почему фунт отскочил? Ну, опять же, фунт цели основные, Марин, выполнил. Понимаете? Фунт цели выполнил. Ну, он отскочил, конечно, но опять же, куда он отскочил? Этот отскок, он, скорее всего, временный, потому что, видите, он структуры не имеет. Отчетливо структуры не имеет. Он туда-сюда просто поболтался немножко, но видно, что поскольку он недовыполнил, по всей видимости, цели, еще восходящее движение здесь будет какое-то. Либо просто повторение вот этого максимума, еще одно касание уже потом вниз. Вот. То есть по австралийцу здесь понятно. Максимум, чего я жду, еще некоторого колебания в этом диапазоне или даже небольшого роста. Но такого роста сравнительно незначительного. И потом обратного, нисходящего движения. По новозеландскому доллару. Вот смотрите, очень похожая ситуация. Немножко, смотрите, недоработал уровень Fibonacci 7.64 от всего движения.
Однако, видите, это наклонная линия поддержки, которая сейчас с сопротивлением, она уже достигнута. В связи с этим я думаю, что здесь тоже вот это вот движение мощное, вот которое было, оно еще тоже как бы не доформировалось. И здесь, скорее всего, будет еще подъем небольшой до уровня Фибоначчи. Но если вдруг, здесь, правда, 4-часового формата все это хозяйство, я так думаю. Ну да. Понимаете, вот если рассматривать это как голову плечи, например, то голова плечи после таких вот диких ростов, как правило, отрабатывает плохо. Как правило, плохо. Потому что очень высокая динамика, и вот эта высокая динамика редко разворачивается, какая бы фигура здесь ни рисовалась. То есть как такого затухания здесь нет. Поэтому повторение вот этой вершины, повторение цены 0.6745 или даже обновление, некоторые обновления, и уже только после этого разворот, и вот это мне представляется более реальным. Здесь еще одна дивергенция возникнет, и тогда уже, да, действительно можно будет рассматривать позиции на продажу. А сейчас пока я думаю, что в большей степени приоритетные покупки, хотя, видите, структуры в данном движении особенно это тоже нет. И откуда эти покупки совершать, прям вот честно, даже ну прям не знаю, чего сказать. Попробую вот так вот, что-то получится. Ну, тут тоже, вот, видите, нет, как бы не подходят здесь эти линии. Просто хотел вот так вот построить. Может быть, бывает, получается вот такие вот этажи. Вот здесь не получается ничего. Так что здесь тоже пока ожидания. Сегодняшних новостей, может быть, и сегодняшние новости каким-то образом прояснят ситуацию. Канадский доллар. Ну, быстро ли, коротко ли, да, он идет вниз. Идет и тоже, как бы, структуры особенно-то здесь не отрисовывает. Это говорит о том, что просто наблюдается сползание, без как бы четких границ. И скорее всего, все-таки, опять же, видите, немножко цель. Раз уж он так далеко сполз, то по всей видимости целью является вот этот вот уровень. 1.3430 или 1.34 ровно. Может быть движение до этого уровня, и только после этого уже как-то движение вверх. Там, на коррекцию или на продолжение. Вот там, может быть, он опять сюда придет к максимуму. То есть такое возможно, потому что, видите, вот такой был экспоненциальный рост достаточно сильный, и после него вот так вот просто от балды разворот, я здесь не думаю. Я, кстати, не исключаю, знаете, какую возможность? Ну, это так просто, чисто мысли вслух, что здесь, вот где-то здесь вот движение остановится, потом может быть вот такая глубокая достаточно коррекция, вот так. И тогда, вот, смотрите, тогда может вот это все принять форму неудавшегося размаха. Вот эта вот удлиненная такая волна, пускай даже ускоряющаяся, неважно. Потом откат, дальше глубокий откат и движение вниз. Но это может стать возможным после того, только смотрите, как... В этой линии уже смысла нет никакого. Это может стать возможным после только в том случае, если, смотрите, вот... откат дальше ну, не будет продолжаться, если он прямо сейчас пойдет как-то... Если он достанет до 61 уровня, то, конечно, здесь уже на размах-то будет похоже не очень. Он будет достаточно смазан, потому что для размаха характерно, как правило, вот эта вот коррекция не очень глубокая. Если он сейчас уйдет до 61,8, ну, тут будет очень много вопросов к этому размаху, если все-таки он и будет. Ну, а тут сейчас трендовая линия, прям не за горами, что прям рядышком. Ну, правда, до нее 217 пунктов, ни много ни мало. И, конечно, движение по динамике еще разворачиваться тоже не собирается. Но, кроме всего прочего, оно может также вот пройти совсем немножко вниз, заболтаться здесь вот так вот, и после этого пойти уже как-то вверх. Вот таким вот образом. Потому что, видите, оно пока еще затухающим его не назовешь. Оно вот здесь, вот видите, затухало, потом, видите, опять загорелось. Должно еще раз затухнуть для того, чтобы пойти уже в обратку. Вот, дальше. Ну, нефть, собственно говоря, тоже двигается в боковом диапазоне. Я говорил, что страны, члены ОПЕК,
Была идея собраться в феврале. Реализуется она или нет, пока сказать трудно. Никто этого сказать не может. Все, что сейчас я вижу, что уровень 36 вверх цена пробить не может. Но и вниз-то не идет. Ну и, может быть, сегодняшнее заседание Федрезерва в какой-то мере прояснит ситуацию, которая, я думаю, что заложена уже в цены сейчас. Ну и я не исключаю возможности, что при таких острых реакциях рынка на уже имеющуюся информацию, не исключаю, что сегодня на данных по рынку труда ничего особенного-то и не произойдет. Ну так, может быть, будет чуть-чуть совсем. Не более того. Золото в условиях неопределенки продолжает расти. Вот я показал, что треугольник, вот видите, треугольник я до этого показал, видите, он отработал полностью, этот треугольник. Более того, поскольку он возник в контексте древка, он еще, можно его считать, вымпелом, он и как вымпел, видите, отработал. Но и, ну и цена как бы сделала больше, чем даже я ожидал. То есть она не просто приблизилась к линии, к недельной линии сопротивления, но ее даже пытается пробивать. Ну, как можно сказать, даже пробила. Но линия недельная, вряд ли что-то может случиться такое, что цена уйдет резко там на 1660 пунктов вниз. Может, конечно, теоретически, но вроде пока не с чего. Неопределенки хватает. А золото, как правило, растет в условиях неопределенки. Поэтому, в общем и целом, в среднесрочной перспективе, несмотря на укрепление в целом по всем фронтам, в среднесрочной перспективе американского доллара, вот в моменте, ввиду неопределенности большой, все драгметаллы, в том числе и золото, будет укрепляться. И вот мы видим, вот это укрепление, оно происходит. Но опять же, куда это укрепление? Тут уровней много сопротивлений. Главный из них 1179 за тройскую унцию. До него цена еще не дошла. Вот, немножко не дошла. Ну и тут, в общем-то, уровней тоже хватает, за которые есть у них за что зацепиться. И рост, если он здесь и будет, то будет очень и очень умеренный. Вот. Пока, видите, цена находится в сильном тренде, более того, этот тренд ускоряется пока. И если будет откат, то ненадолго, скорее всего, я вижу, что золото будет двигаться вверх и дальше. Несмотря на уже назревающую дивергенцию. Рубль застрял в диапазоне, пока никаких вот поползновений к изменению курса рубля нет. Но опять же, цены на нефть застряли в диапазоне. Ну и евро также застрял в диапазоне, и ничего пока с ним не происходит. То есть в какой-то мере ситуация с рублем, слава богу, стабилизировалась. Теперь давайте я посмотрю на ваши вопросы, что вы написали, чтобы как-то отвечать. Так. Ну, на вопрос Марины я уже ответил. Непонятно, как так. Ну, Марин, вот как так? Вот рынок... Рынок такой, вы лучше старайтесь не объяснение найти этим движением, а научиться видеть техническую картину и, как бы, не зависая на своих ожиданиях и на вопросах, как же так, просто вот рынок начинает куда-то двигаться, пробивает уровни или, например, отскакивает от уровней. Вы видите определенные, скажем, протоформы, которые образуются, там модели графические или свечные модели там, от уровней. В связи с индикаторами, которые показывают, например, дивергенцию, вы всю эту информацию принимаете, что бы вы об этом ни думали. Тогда торговля будет нормальной. А если каждый раз пытаться найти объяснение, там, а почему, а что, а как, ну, допустим, найдете вы эти объяснения, но они будут уже объяснять прошлое, а к будущему не будут иметь никакого отношения. Константин спрашивает, фунт слабый, Банк Англии не повысил ставку, ожидания были заложены. Ну, в общем-то, я не слышал, чтобы кто-то ожидал от Банка Англии повышения процентных ставок. Разговоры вокруг этого ведутся, но по большому счету всем понятно, сейчас пока условий для этого никаких совершенно нет. Вот для повышения ставки, и как, если вы видели в экономическом календаре, прогноз был, скажем,
тот же самый оставление процентных ставок на прежних уровнях. И никто, по-моему, по голосованию там даже не голосовал за это повышение. Вот. Поэтому кто там что заложен, я даже не знаю. Но опять же, вот когда мы говорим о фундаментальных событиях, что там заложено, чего там не заложено, мы пытаемся как бы разобраться, что они там у себя наверху думают и куда они двигаются, куда пойдут слоны. К сожалению, у нас информации слишком мало, и даже та скудная информация, которая поступает, она поступает слишком поздно. И ориентироваться на нее, наверное, не самое, скажем так, не самое выгодное. Ну, можно, конечно, об этом что-то почитать и иметь свое представление в целом, как бы об этом нужно, но торговать, опираясь на эту информацию, вы не сможете. Вам кажется одно, рынок идет в совершенно другом направлении, вы не понимаете почему, начинаете нервничать, а вместо этого вы могли бы посмотреть на техническую картину, и она бы вам все сказала. Как бы бывают, конечно, казусы, что вы видите на рынке там техническую картину одну, а там все идет в другую сторону. Было вот недавно, была такая картина, казус был, все ожидали, и я тоже ожидал роста доллара, а мы получили его ослабление. Но, тем не менее, скажем, в какой-то мере с крупных графиков картина складывалась действительно за рост доллара, и этого тоже нельзя сбрасывать со счетов. Просто бывает картина более однозначная, бывает менее однозначная, но все это можно учитывать, даже, в общем-то, не глядя в экономический календарь и не пытаясь понять, а почему же это происходит. По франку идет отработка треугольника М15. Вот. По кому? По баксу франку. Господи, где он у меня? М15 треугольник. Треугольник. Ну разве только вот это вот треугольник? Это треугольник, да, согласен, был. Но из него вот треугольник. Такой вот. Видите, да? Между линиями и курсором. Согласен, здесь треугольник есть. У него цель 46 пунктов. Ну да. Если так, то да, согласен. Вот. Ну, он только, видите, он вечером пробился, очень долго болтался. Но в общем и целом, да, вот смотрите, вот уровень, который был пробит, смотрите, цена пробила, вернулась, потом опять около этого уровня терлась какое-то время. И да, сейчас идет отработка по этому треугольнику. Да, 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 согласен. Антон, вы совершенно правы, треугольник здесь был. Правда, говорю, 15-минутные треугольники, тем более вечерние, они, в общем-то, достаточно ненадежны. Но, да, вы правы, треугольник здесь был, и мне очень приятно, что вы научились их видеть, уверенно научились видеть. Мне просто бальзам на меня. Антон, спасибо вам за комментарии, спасибо вам за то, что вы действительно этой темой прониклись и научились правильно их видеть. То есть заточенный глаз дает очень большие возможности. Вы молодец. Я вами горжусь. Ну что ж, ладно. Я сейчас выкладываю семинар на канал YouTube. Вы сможете к нему еще вернуться, если захочется. И, значит, с теми, кто смотрит обзор, прощаюсь до следующей недели, до понедельника. В 13 часов мы с вами увидимся. А на сегодняшний день, ну, не знаю, что за торговля сегодня будет. Скорее всего, сегодня будет ожидание и пятницу, тем более, видите, первая пятница месяца сегодня. Ну, как сказать, если быть до конца откровенным, желаю вам сегодня не торговать. Пока. Ладно. Всех вам благ. До свидания. С вами был Алексей Кузнецов.